Barcha-barchaga assalomu alaykum. Qarshingizda Toshkent telekanalining IQ kursi va boshlovchisi Shahriyor Hajjayev. Aziz tomoshabinlar, mashinani ko'rib hamma narsani tushungandirsizlar. Hozir biz kursimizni juda qiziq tarzda olib boramiz va Gusayn Gasanov bilan ham suhbatlashamiz. Ketdik. Xo'sh, aziz tomoshabinlar, mana ko'rib turganingizdek, biz Central Park'ga tashrif buyurdik va bu yerda bloger Gusayn Gasanov bugun fan srechani o'tkazdi va hozir bu yerda odamlar juda ko'p. Aynan shu yerda o'z o'yinimizni olib boramiz. Xo'sh, yomasam ketdik. Yomizami, yomizami? Formalar sololik, yaxshimisizlar? Kichkinagina kulrangini filga o'xshaydi. Topsiz 50 ming beraman, yo'qmi? Bo'pti, bilasizmisiz? Kichkina kulrangini filga o'xshaydi. Topsiz 50 ming beraman. Yo'q, uzr bilmayman. Bilmaysizmi? Bo'pti, xo'p, sog' bo'ling. Xolmay sololik, kichkinagina kulrangini filga o'xshaydi. Topsiz 50 ming beraman. Yo'q. Xo'p, ketdi. Odam juda ko'p, g'ij-g'ij bor-u. Dishonki, здравствуйте. Какое слово пишется неправильно? Если отгадаете, на 50 тысяч я вам дам, выиграете. Неправильно? Да, неправильно. А ты считай, раз, два, три, четыре, пять. Извиняюсь, ketdi. Xolmay, okey, yaxshimisiz? Kichkinagina kulrangini filga o'xshaydi. Topsiz 50 ming beraman. 5 kishi sanayman. Kichkinagina kulrangini filga o'xshaydi. Topsiz 50 ming beraman. 5 kishi sanayman. Bilmaysizmi? Xo'p. Ребят, привет, здравствуйте, как ваши дела? Какое слово пишется неправильно? Если отгадаете, 50 тысяч выиграете. До 5 считаю. Раз. Какое слово? Какое слово? Какое слово? Да, это вопрос. Раз. Два. Вы знаете, да? Ладно, хорошо. Блясламы? Хайсус, хато блин, озлады. Ketdi. Здравствуйте, девчонки. Какое слово пишется неправильно? Если отгадаете, 50 тысяч ваши. До 5 считаю. 1, 2. Какое слово пишется? Чего? Да, неправильно. 4, 5. Извиняюсь. Знаете? Какое слово пишется неправильно? Если отгадаете, 50 тысяч ваши. Неправильно. Любое. Нет. Делайте. 1, 2, 3. 4. Зоя, это вообще ничего не поняла. Никакое. Хорошо, идет. Хайсон, верно, если начать холодно, вора. Что нужно делать, когда мы видим зеленого человека? До 5 считай, отгадайте 50 тысяч ваших. 1, 2, 3, 4, 5. Извиняюсь. Гусейн, ну хуй ворный, валик, все, возьм гусейн, мы берем. Девчонки, здравствуйте. Кого австралийцы называют морской осой? Отгадайте 50 тысяч ваших. До 5 считай только. Сразу проиграли, да? Хорошо, ладно, поехали дальше. Здравствуйте, вы знаете, кого австралийцы называли морской осой? Отгадайте 50 тысяч ваших. До 5 считай. Нет. Хорошо? Хорошо. Ребят, здравствуйте, кого австралийцы называли морской осой? Если отгадаете 50 тысяч ваших, только до 5 считай. Чего? Кого австралийцы называли морской осой? До 5 считай. Отгадайте 50 тысяч ваших. Я не знаю это. Ваш, счастливо, до свидания, хорошо. Вы знаете, кого австралийцы назвали морской осой? Отгадайте 50 тысяч ваших. Не знаю. А? Англия? Нет. Кетты. Отгадайте 50 тысяч ваших. Не знаю. А вы знаете? Отгадайте 50 тысяч ваших. До 5 считаю. Это конек, наверное, морской? Конек, морской конек. Почти, но не отгадали. Почти, близко. А? Морская звезда? Нет. Отгадали? Да. Ну, уже поздно. А, уже поздно. Девчонки, здравствуйте. Что нужно делать при виде зеленого человечка? Отгадайте 50 тысяч ваш. Дорогу перейти. Правильно, вот. А, поздравляю. Спасибо. Кого австралийцы называли морской осой? Отгадайте 50 тысяч ваш. До 5 считай. Я не знаю. Извиняюсь тогда. О, да, вообще. Здравствуйте, девчонки, ребята. Назовите 5 дней, не называя чисел. 1, 2, 3 и название дней. Точнее, понедельник, вторник, среда. Сможете? Отгадайте 50 тысяч ваш. До 5 считай. 1, 2, 3, 4, 5. Не называя чисел. Она просто не поняла. Да, можно сказать? Хорошо. Назовите 5 дней, не называя чисел. 1, 2, 3, 4, 5. И название дней. Понедельник, вторник, среда. Понедельник, вторник, среда. Нет. Так и не поняли. До свидания. А? Я отвечу на этот вопрос. Хорошо. Сегодня, завтра, вчера, позавчера, послезавтра. 5 дней недели. Так, еще раз. Сегодня, завтра, вчера, вчера, послезавтра и позавчера. Правильно. Красавчик. Поздравляю. Я не могу взять пятюню, руки заняты, но ничего. Здравствуйте, извиняюсь. Когда сеть может вытянуть воду? Отгадайте 50 тысяч.
Когда сеть может вытянуть воду? Отгадайте 50 тысяч ваш. Не знаю. Хочу на телевидение, вот, хочу на телевидение. Все хорошо, смотрите, можете выиграть 50 тысяч. А, я понял, кто ты, все. Не-не-не, никакого задания, только один вопрос, если отгадаете, 50 тысяч ваших. Я послушаю, пожалуйста, я буду. Хорошо, а смотрите. Если нет, что мне делать нужно? Ничего не надо. Я готов. Все, в этом выпуске ничего не надо. Ну, как вас много? Хорошо, смотрите. А один вопрос, чтобы он не убежал. Один вопрос, 50 тысяч? То есть, если он отвечает на вопрос, он получает 50 тысяч? Да. А если он не отвечает на вопрос? Ничего, я вопрос ухожу. Не, он жучит, он людей посылает. Именно сегодня такой выпуск специально, я просто разворачиваюсь и ухожу. Когда сеть может вытянуть воду? Еще раз. Когда сеть может вытянуть воду? До 5 считая. Когда сеть может никогда надрява. Стой. Кто-то знает. Вытянет. Сеть воду? Да. Когда в ней много рыбы? Нет. Это что-то с интернетом. Когда кончится трафик? Это связано с интернетом. Не-не-не, к сожалению, когда... Нет, когда... Стой, не убегай, что это такое? Нам надо знать. Когда вода мерзнет, она превращается в... Лед. А как может сеть вытащиться? Лед. А лед? Лед это же вода. Она мерзнет вместе с сетью. Да, лед же это вода. Ну хорошо, а лед-то тяжелый, если... Сеть порвется? Сеть порвется, вот и все. Неважно, маленький, большой, самое главное, лед это вода. Все, ладно, следующий вопрос. Все, только один вопрос вам был. До свидания. О, это... Джин, да, по-моему, да? Джин, дай мне денег, пожалуйста, сможешь? Нет, извиняюсь, так, ладно, я побежал. Здравствуйте, извиняюсь, я вам вопрос не задавал, да? Вопрос, и выиграете 50 тысяч, если отгадаете. Когда сеть может вытянуть воду? Может. Ормели болле, аш мысли кичкене гене, кулранге не филге окши. Топсели или миси мереме, юту олесли. Пеш кичсан имен вагад. Бэ, ке, буч, бэ, здравствуйте. Хотите выиграть 50 тысяч? Да. Когда сеть может вытянуть воду? 50 тысяч ваши, до 5 считая. 2, 3, 4. Электричество? Нет. Знаете? Кичкене гене, кулранге не филге окши. Дима у? Чпанг. Yok, çıçka olmaz. Kim? Bilesler mi? Kiçkine yine kul rengini fil gokşit. Topsiyle illi mi? Çıçka. Yok, çıçka olmaz. Если вода замерзнет, то будет лед? Да, вот. Да, 50 тысяч. Красавчик. Тофолы. Сызлы салалик. Хорвели, яхши мысли? Kiçkine yine kul rengini fil gokşit. Topsiyle illi mi bireme? Yutu olasını. 5 keçi saniyemem fakat. Nasıl? O, malinki, serinki, nasıl ona pahoş? Отгадайте 50 тысяч ваш. Только до 5 считай. Маленький. Серенький. Да, слава, похож. Время и стекло. Извиняюсь. Что это было? Здравствуйте, я у вас деньги увидел. Хотите приплюсовать к ним 50 тысяч суммов? Не-не-не. А ты докажи, что не лохотрон. Это не лохотрон, я вам всего лишь вопрос задам. Если отгадаете. Или загадку. Ну что, сыграем? Есть затраты. А? Нет, конечно, нет. Какие затраты? Ну, давай. Все хорошо. Нужно продолжить фразу. Хорошо? Смелый как? Клоун. Нет, почти, ладно. До свидания. Побежали. Здравствуйте, хотите выиграть 50 тысяч суммов? Нужно всего лишь продолжить ряд слов. Нет, спасибо, нет. Хорошо. Девчонки, здравствуйте, хотите выиграть 50 тысяч? Спасибо. Все, смотрите. Нужно продолжить ряд слов. Угу. Смелый как? Ряд слов. Смелый как? Лев. Все, я с ним буду играть. Да. Хорошо, лев, да? Давай, продолжаем. Коварная как? Лиса. Нет. Я побежал, а то вы выиграете. Девчонки, здравствуйте. Смелый как? Да. Так, я продолжите как слово. Что? Выиграйте смелый 50 как? Тысяч. Окей. Смелый как? Смелый. Умелый. Красивый. Нет, чёрт. Лев. Унимиза? Ну, унимиза. Бывал, халака ойн. Болды, хоп, карин. Ой, с лиманом чолым гекелли, лев. Продолжите ряд фраз. Хорошо? Смелый как? Смелый, отважный. Нет, лев. Смелый как? Как вы? Перевести надо? Нет. Смелый как? Лев. Оп. Коварная как? Лиса. Здравствуйте, продолжите ряд фраз и выиграйте 50 тысяч суммов. Сыграем? Да. Хорошо, смелый как? Всадник. Нет. Здравствуйте, продолжите ряд фраз и вы выиграете 50 тысяч суммов. Сыграем? Смелый как? Капитан Америка. Почти, но из животных. Из животных? Смелый как?
Как тигр? Нет, 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 нет. Здравствуйте, продолжите ряд фраз, и вы выиграете 50 тысяч смов. Смелый как? Не надо, не надо. Окей. На что? Когда она превратится в лед? Вода. А, ну уже отгадали на этот вопрос. Смелый как лев. Правильно, да. Дальше продолжаем. Коварная как? Лиса. Лиса. Нет. Нет. Почему все думают лиса? Здравствуйте. Продолжите ряд фраз, и вы выиграете 50 тысяч сумм. Хорошо? Смелый как? Понятно. Я побежал. Что? Смелый как? Смелый как? Я долго не могу ждать. Все понятно. Хорошо. А, здрасте, как дела? Здрасте, хорошо. Как тебя зовут? Влад. Влад, молодец, пока. Продолжите ряд фраз. Смелый как? Уда. Нет. Ребят, здрасте, хотите выиграть 50 тысяч сумм? Продолжите ряд фраз. Хорошо? Смелый как? Лев. Я уже не знаю. Смелый как? Лев. Хорошо. Коварная как? Лиса. Нет. Пока. Вот ты шахрёр тургенде, гусейда, ну бахлэда бэлэ. Все, смотрите, продолжите ряд фраз. Смелый как? Медуза в океане. Нет. Ну, хороший ответ. Алиса. Продолжите ряд фраз, и вы выиграете 50 тысяч сумм. Есть кто не играл, или я уже подходил? Смелый как? Кто знает? Гусейн Гасанов. Никит. О, как? Нет. Ну, нет. Смелый как лев? Да, во-во-во. Понятно, это хорошо. Коварная как? Коварная. Коварная лиса. Лиса, да? Лиса, коварная лиса. Нет, хитрая лиса, да? Да, хорошо. Я же трусливый как? Кролик. Заяц. Хитрый как? Лиса. Хорошо. Злой как? Волк. Волк. Нет. Лев. Мы проиграли. Проиграли. Нет, вы уже увидели. Друг за другом бродят, друг друга не обходят. Что это? Не знаю. О, видите? Девчонки, здравствуйте. Хотите выиграть 50 тысяч сумм? Друг за другом бродят, друг друга не обходят. Что это? Отгадайте, 50 тысяч ваш. Друг за другом ходят, но друг друга не обходят. Тень? Нет. Нет. Да, это правильно. Да, вы знаете? Тень? Нет. Азиз томошабинлар, сизлар учун хозир кутилмаган сюрприз. Гусейн ака, ассалому алейкум. Здравствуйте, как ваши дела? Все супер, все понравилось. Мы здесь первый раз приехали в Ташкент. И знаете, когда я сюда ехал, я думал, здесь деревянные такие домики. То есть я не представлял, что здесь настолько круто, гостеприимно очень. Люди улыбаются. Короче, все очень сильно понравилось. Я думаю, я обязательно еще сюда вернусь. Как вы провели фан-встречу? Я там видел, очень много народу было. Даже мы за вами не смогли угнаться. Я хочу сказать спасибо огромное всем, кто приехал сегодня, потому что действительно было очень много людей. Не получилось со всеми сфотографироваться, но я хочу, знаешь, что сказать, что за такое короткое время очень быстро администрация города, что позволили быстро все организовать. И я уверен, что люди тоже благодарны. Вот, даже когда у нас, мы когда делаем фан-встречи, нужно согласовывать, не знаю, за месяц вперед. Здесь за один день нам все сделали, организовали, и люди счастливы. Вот, и спасибо огромное всем, кто пришел, правда. Мне очень приятно, что здесь так много моих поклонников. Вы за три дня весь Узбекистан подняли на уши. И я, знаете, мне кажется, что в Узбекистане еще такого никогда не было. Да. И я рад, что вот я человек, который приехал, собрал столько людей, и я хочу, чтобы чаще приезжали блогеры, звезды сюда. Мне кажется, людям этого иногда не хватает. Вот. Встретиться с человеком, которого они видят на экране телефонов вживую. И еще такой вопрос. Многие интересуются, как Гусейн Гасанов в таком молодом возрасте всего этого добился, и как он справляется со своими подписчиками. Знаешь, мне 16 лет, я работал продавцом в магазине, и никто в меня не верил. Даже когда я начал снимать ролики, то все вокруг говорили, что у тебя ничего не получится. Но я поставил себе цель доказать всем, и в первую очередь себе, что я добьюсь того, чего добился на сегодняшний день. И даже сейчас я ставлю цели. Хочу обратиться к всем молодым ребятам. Ставьте цели. Это очень важно. Как бы это банально ни звучало, но нужно ставить цель и понимать, что все возможно. Вот я пример тому, что несколько лет назад отец меня на газели привозил в универ. Я просил его заранее меня останавливать, чтобы мои одногруппники не видели, что я на газели приехал. Вот. И спустя несколько лет, не знаю, там я покупаю себе ламбо.
Поэтому, да, мне кажется, что это максимально мотивация для всех. Так, Гусейн, когда покрасим на красный цвет уже? Да, ламба обязательно через несколько недель будет красным, как и все мои машины. Вот. Раньше, знаете, какая история была? У меня был журнал с красивыми фотографиями машин. Я их вырезал и вешал на стену. И был уверен, что я их куплю. И так и получилось. Вот. Поэтому очень важно, ребят, ставьте цель. Сколько времени понадобилось вам, чтобы добиться ламбы? Слушай, ну 3 года. Я вот 3 года как взялся за себя такой. Я добьюсь, я всем докажу. И так и получилось. Это очень-очень круто. И такой вопрос. Сколько лет независимости Республики Узбекистан? 28 лет независимости. Да, верно. Но все же я вам сейчас... Да, я вам дам, потому что без этого нельзя. Я думаю, это денежное вознаграждение на память вам об Узбекистане и от нас. Первый раз вижу Ташкент. Узбекские деньги. Вот. Спасибо. Оставлю себе на память. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за гостеприимство и спасибо всем. В скором времени, надеюсь, мы вас еще увидим. Обязательно. Спасибо. Обязательно еще прилечу. Спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. Шабилар Хозер Бас, Эрик Давич Дичномли, автоблогерный. Фан встреча с Гиташри Бюрди, чудозор, лозили кордили. Ребят, здравствуйте. Какое слово пишется неправильно всегда? Отгадайте 50 тысяч ваши, до 5 считаю. 1, 2, 3, 4. Не знаю. Не знаете, да? Вы знаете, какое слово все время пишется неправильно? До 5 считаю. Я не знаю. Какое слово все время пишется неправильно? Отгадайте 50 тысяч ваши, до 5 считаю. 1, 2, 3, 4. Не знаю. Ва, счастливо, до свидания. Что нужно делать при виде зеленого человечка? До 5 считай. Ну, проходить дорогу. Правильно. Вот. Поздравляю. Все, спасибо. Хорошо. Какое слово пишется все время неправильно? Отгадайте 50 тысяч ваши. До 5 считай только. Я не знаю. Какое слово все время пишется неправильно? Отгадайте 50 тысяч ваши. До 5 считай. 1, 2. Пишется. 4, 5. Продолжите ряд слов. Смелый как? Удав. Нет, нет, не отгадали. Когда сеть может вытянуть воду? До 5 считаю. 1, 2, 3, 4. Не знаете, да ладно, хорошо. Девчонки, здравствуйте, извиняюсь. У 32 воинов один командир. Что это? Отгадайте 50 тысяч ваши, до 5 считаю. Нет, ладно, хорошо. Может, это Давидыч? Нет, нет, нет. Здравствуйте. Друг за другом бродит, друг другу не обходит. Что это? Отгадайте 50 тысяч ваши. До 5 считаю. Мама, отгадывай. Я не знаю. Не знаете? Я тоже... Ладно, счастливо, хорошего дня. Здравствуйте. Друг за другом бродит, друг другу не обходит. Что это? Отгадайте 50 тысяч ваши. До 5 считаю. Я за ним. Я за ней? Я за ним. Понятно, а я за ними. Поехал. Сколько месяцев в году имеет 28 дней? Все. Правильно? Вот, 50 тысяч вам, поздравляю. Спасибо. Хорошего настроения. Йода балулайлалада, бьода балулайлада, йода тутун, бьода тута, йода Эрик Давидыч тутун. Вообще, я бьёлэгэ. Ребят, здравствуйте. Кого австралийцы называли морской осой? Отгадайте 50 тысяч ваших, до 5 считаю. 1, 2, 3. Пиратов? Нет. Ребят, здравствуйте. Кого австралийцы назвали морской осой? Отгадайте 50 тысяч ваши. До 5 считаю. Морской что? Осой. 1, 2, 3. Медуза. Медуза? Ничего себе, кто-то ответил. Я вас поздравляю. Вот. Спасибо. Спасибо вам. Хорошего настроения. Ну, давайте поехали, короче. Здравствуйте, извиняюсь. Продолжите ряд. 7, 9, 11. До 5 считаю. 1, 2, 3, 4. Нет, не отгадали, извиняюсь. Бахыр, чахыр, гум, гум, гум. Девчонки, здравствуйте. Продолжите ряд цифр. 7, 9, 11. И до 5 считай, отгадайте 50 тысяч ваши. 1, 2, 3, 4, 5. Извиняюсь.
Ребят, здравствуйте. Что идет, то в гору, то с горы. Но остается все время на месте. Отгадайте, 50 тысяч ваши. Только до 5 считая. 1, 2, 3. Не знаете? Ах, жалко, жалко, жалко. Ну ладно. Айстон уже билли хозмады. Штрошларымызды, узларымы, анчақырышты. Шунге хайрон болып кету. Мэлэ, нема гэпэгэн. Кичи берген соулгы, элли джоуап топшке болышы бүгін. Дэмэлэ? Вайлэ, хо. Вы меня назвали? Что идет, то в гору, то с горы, но все время остается на месте. Снег? А? Снег? Нет, 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 нет. Камни? Нет. Нет. Не получилось. Aziz tomoshabinlar, sizlar bilan har doim kelek Shahriyor Hajjay. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib turganingizdek, rossiyalik avtobloger Erik Davidichning fast rejasi bo'lgan joydan o'z o'yinimizni tugatyapmiz, chunki majburimiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan har doim kelek Shahriyor Hajjay. Bizning Telegram kanalga o'z fikringizni va savollaringizni yuborishingiz mumkin va yana sizlardan like, smaylikini kutib qolamiz. Xayr.